нашем кабаре «Конец героя». Конферансье, кардебалет, живая музыка и скетчевые номера. Здесь нет положительных героев или их антиподов, лишь те, кто чем-то напоминает нам наших знакомых, соседей или даже самих себя. Они произносят вслух самые неприличные тайны и сокровенные мысли. Но герои ли они? Все вот эти вот образы, как венца творения человека, они как бы все умаляются, и, собственно, герой становится антигероем. А уже после антигероя в постдраматическом пространстве героя вообще, собственно, нет. И что мы видим в итоге? Мир циников, потребителей и страдальцев, окруженных феерией праздника и внешней мишурой. Конечно, я вдохновлялась разными фильмами о кабаре, включая кабаре, фильм, костюмами, которые надевают сегодня артисты на премии. Ценители классического театра, посмотрев спектакль, презрительно плюнут, другие останутся в восторге. А вот равнодушным не уйдет никто. Надо так рассказывать мне, как ты была, мои уши отключаются, и я жду, когда ты закончишь. Но для того, чтобы у тебя не возникло ощущение, что между нами что-то не так, я спрошу у тебя, как твои дела. Юлия Пермякова, Инесса Дондукова, Даниил Дурхисанов. Новости дня.